Следователи регионального СК завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который убил родственника своей гражданской супруги. Сообщение о преступлении поступило в полицию в последний день июня. Тогда в квартире дома номер 7 по улице Татьяны Бибиной с признаками насильственной смерти обнаружили тело 34-летнего горожанина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили причастность к произошедшему хозяина жилища. В момент убийства в квартире также находилась сожительница последней. Правоохранители выяснили, что 30 июня обвиняемые с родным братом гражданской супруги устроили застолье. Вечером алкоголь закончился, и хозяин попросил денег у своей второй половинки. Женщина ответила отказом, из-за чего между ними вспыхнула ссора. Через некоторое время в конфликт вмешался брат сожительницы, и ссора уже продолжилась между мужчинами. В процессе выяснения отношений обвиняемый нанес удар ножом в область живота брату сожительницы. От полученного колото-резаного проникающего ранения, которое повредило печень, мужчина скончался на месте происшествия. В СК завели уголовное дело по статье убийства, подозреваемого поместили в СИЗО. Свою вину в ходе следствия мужчина признал частично. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».